Все новый саксофон год назад, и что вроде бы у него получается неплохо. Я сказал ему, что если бы он был готов пройти прослушивание, но, конечно, без стопроцентной гарантии, то добро пожаловать. Он пришел и сыграл превосходно. Всего 2 минуты заняло прослушивание, но затем целый час мы посвятили проигрыванию всех вещей нашего альбома. Мы попросили его сделать этот турне с нами, и он согласился. В самом деле, это удивительно провести столько времени в каком-то ином пространстве. Я думал, что мне никогда не удастся сыграть вновь на высоком уровне, до тех пор, пока Дэвид не позвонил мне, и дело было в шляпе. В самом начале репетиции я играл соло, точно так же, как и на оригинальных записях. Мне нужно было почувствовать свои силы, быть уверенным. Но Дэвид сказал, что в этом нет необходимости, то есть я мог играть все, что хотел. И это было здорово, так как означало прежде всего то, что я мог допускать ошибки. Такие вещи, как «Us and Them» и «Money», он исполняет просто великолепно. Мы очень счастливы. We'll be right back.
Своеобразным возвращением группы явился 89-90 год, время крушения Берлинской стены и одновременно время постановки невиданного шоу с участием Pink Floyd на музыку их самого известного диска «The Wall». Синди Лаупер и Брайан Адамс будут помогать выступлению Роджеру Уотерсу на этом концерте. Thank you.
Хочу открыть вам маленький секрет, ведь наверняка немногие из вас знают, что в названии группы скрыты имена двух блюзовых музыкантов Лойна Кэссела и Пинка Андерсона. Наше знакомство мы продолжаем с Ником Мейсоном, который поделится с нами своим ощущением от игры на открытой площадке. Мы услышим отрывок «What Do You Want From Me» и, наконец, увидим чудесный клип «Never Breaking the Wall». Ник Мейсон, клавишник. Мне кажется, что возможность выступления на сцене перед публикой — самое большое преимущество музыканта. Но то, что мне хотелось бы изменить в будущем, так это порвать устоявшуюся традицию — альбом-турне. В основном это проистекает из необходимости раскручивания альбома с помощью концертов. Кроме того, мы должны записывать отдельные куски исполнения, потому что до этого уже очень давно стало возможным повторять альбом на турне, а уже затем перебираться в студию. Но сегодня мне кажется, что это уже невозможно, ведь, как правило, мы выпускаем альбом задолго до наших концертов. Возможно, это помогло бы нам найти более удачный способ работы, освободиться таким образом от оков, навязанных студией звукозаписи. Ну, я думаю, что и сама работа была бы более спокойной и плодотворной. Breaking the wall.
Нам очень повезло, и мы смогли встретиться и побеседовать с барабанщиком группы Риком Райтом. Он поделится с нами своим взглядом на основные различия между американской и европейской публикой. После этого вы увидите их клип с композицией High Hopes, их последнего альбома The Division Bell. Но сначала Рик. Существует огромная разница между аудиториями. В Америке публика должна сидеть, а в Европе, как правило, или как, например, здесь, в Лиссабоне, они стоят, ходят в разные стороны. Есть также две вещи, о которых я хотел бы вам сказать особо. Во-первых, здесь, в Европе, они все стоят и хлопают поднятыми вверх руками. Во-вторых, все они знают текст наизусть. Before time took our dreams away, leaving the myriad small creatures trying to tie us to the ground, to a life consumed by slow decay. Вне всякого сомнения, альбом The Division Bell обязан своим появлением троим участникам нашей команды — Нику, Рику и мне. Можно сказать, что здесь прослеживаются черты нашей предыдущей работы, то есть мы вложили сюда те силы, которые уходили на создание предыдущих дисков. Это в самом деле настоящая групповая работа. Я считаю его самым удачным в плане совместной деятельности со времен Wish You Were Here. А он, кстати, был моим самым любимым альбомом, и поэтому я очень счастлив. Before time took our dreams away, leaving the myriad small creatures trying to tie us to the ground, to a life consumed by slow decay. The grass was greener. Straight to the horizon, go down this
road we've been so many times. The grass was greener. Мы вновь возвращаемся к исполнителю и гитаристу группы Pink Floyd Дэвиду Гилмору, который поведает нам о последнем альбоме группы, а Ник Мейсон расскажет о световых установках, задействованных на их концертах. И это не случайно, ведь Pink Floyd — первая группа, которая поместила подобные установки на сцене, играя со светом различных цветов. Затем вы увидите два клипа «One Sleep» и «Only Turning Away». Я думаю, что этот диск отличается от других, так как здесь прослеживается групповая работа. Во всяком случае, у нас возникало значительно меньше вещей, которые следовало бы доказывать друг другу, чем, скажем, в предыдущем альбоме. Сейчас все течет более естественно. В прошлый раз у нас ставилась задача шокировать людей. Мне нравятся вообще-то все альбомы, хотя они, конечно, немного шумноваты, а вот Division Bell более музыкален. Постепенно от концерта к концерту изменяется наша музыка, и мы, конечно, стараемся все больше оперировать этими изменениями. Так или иначе, мы стараемся изменить то, что мы играем, ради удовольствия публики, которая смотрит наше шоу по несколько раз. Но самые большие изменения происходили со светом, поскольку светотехник не перестает выдумывать все новые и новые ходы. Он не может просто сидеть спокойно на одном месте. Он все время чем-то не удовлетворен. К сожалению, ни один из нас так и не видел этого шоу, поскольку мы все время на сцене. Но, посмотрев записи, пообщавшись с людьми, я знаю, что шоу полностью изменилось с тех пор, как мы последний раз выступали, например, в Майами.
On the wings of the night.
На этом наша программа заканчивается, но мы, прежде чем попрощаться, встретились с Марком Брикманом, постановщиком клипа «Take It Back», который поставит финальную точку. Пока! Мы снимали этот клип в 4 разных местах. Для меня это прекрасное видео, так как группа здесь вообще не появляется. И мне понравилась идея сделать клип без участия группы. Это немного объясняет то, на что похож сам клип. Кстати, многие думают, что это песня о любви.